Всем привет на канале Мосолимп. Сегодня в работе у нас Mitsubishi Pajero. Разобрали автомобиль, готовили поверхность, все обезжирили. Будем делать полную шумоизоляцию автомобиля. По штатной шумоизоляции. Голые крылья на автомобиле, ничего там не наклеено. Соответственно, идет шум, вибрации. Вот такой кусок вибра на полу автомобиля, в багажнике. Арки автомобиля обработаны на заводе виброизоляцией. Но шум, естественно, это все не поглощает, поэтому автомобиль является достаточно шумным. Будем все проклеивать, обесшумливать. Разобранные двери. Двери абсолютно голые, ни одного кусочка вибра, соответственно, и шума, изоляции нет. Все проклеим. Передняя водительская дверь. То же самое, огромная площадь. А нет, вот маленький кусочек вибра. Приклеим. И на этом все. Все обесшумим. По салону. По салону. Переднее водительское место. В принципе, вибра присутствует, скажем так. По минимуму автомобиль завибрен. Ну а раз по минимуму, соответственно, этого и недостаточно. Все, будем приступать к работе, все проклеивать. Закончили проклейку Pajero первым слоем вибропласта, проклеили багажник, проклеили арки. Арки проклеиваются усиленным материалом, толщина 4 мм. Весь материал, который используется в данной программе, в данном автомобиле, разогревается предварительно. И, конечно, все прокатывается валиком. Вот так выглядит у нас теперь багажник, все в вибро. Проклеили также салон. Вот так все проклеено, прокатано. Здесь то же самое. Нанесли первый слой виброматериала в двери. Все проклеено, задняя дверь. Проклеена и прокатана. Здесь толщина материала 3 мм. 4. Также материал разогревался и все прокатывалось. По этой стороне на двери нанесли уже второй слой виброматериала, закрыли в двери все отверстия, спрятали. Все проклеено и прокатано. Вот так выглядит водительская дверь. Будем приступать к проклейке второго слоя. Закончили проклейку Pajero шумопоглощающими материалами. Проклеили багажник. Пол багажника. Проклеили арки. Проклеили крылья. Крылья и арочка изнутри проклеиваем усиленным материалом. По этой стороне все проклеено. Закончили проклейку также всех четырех дверей. То есть на каждой двери у нас получается по три слоя. Два слоя вибро и третий слой шумопоглощающий. И закончили проклейку салона. Все, автомобиль полностью проклеен и готов к сборке. Будем приступать. Закончили сборку Pajero после полной шумоизоляции. Работали с данным автомобилем по программе Olymp Plus. Все проклеили. Теперь в автомобиле будет на порядок комфортней передвигаться. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Всем пока.